Привет, друзья, с вами Кардыкс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Ноита, что с финского переводится как «ведьма». На самом деле игра отличается тем, что она имеет максимальную чувствительность каждого пикселя в игре. То есть максимально поддавающейся физике, разным эффектам и тому подобным вещам. Это мы увидим уже в самом процессе, я надеюсь. Погнали, так, ВСД перемещение, стрельба мышка, перезарядка. Окей. Вот, даже лианы подпихивать можем. Траву вышибать. Из самого простого. Так, мы мокнем. Здесь вода. Лол, серьезно, даже тележку поломать может. Неплохо. Так, F это у нас что? Это пинание ногой. Пока тележка. Я вас понял. Так, и инвентарь, вероятнее всего. Так, случайно заклинание использования. Задержка 8 секунд. 0,8, точнее, время перезарядки 0,02. Максимум маны сотка. А ну-ка. Но оно скорее дольше перезаряжается, чем... Медленно стреляет, дольше перезаряжает, чем мы тратим действительно ману. Так, хорошо, а второе что? А, это и есть наше первое, да? Ага, ага. А второе, это у нас какие-то бомбы. Я вас понял. Тоже расход маны, 1-2, это мы можем переключаться. Установлен джезл, установлен джезл. То есть у нас как бы два джезла, только один бомбами, а другой не бомбами и бесконечный. Шахты, дратуйте. Так, я вижу красные глаза. Смогу прострелить? Ой, смог. Одного убил, глаза пропали. И второго убил. Нормально садить. О, ящик. Так, взять сокровище. Мы собрали золотые слитки. Теперь у нас 70 баксов. Замечательно. Так, у нас еще и какой-то джетпак. Ну, мы ведьма. Допустим, мы левитируем. Так, там какая-то штука лежит. Нужно аккуратнее быть с жидкостями, которые в этой игре есть. Мы скинули лампу в воду, и вода теперь горит. И испаряется. Пар сверху. Вот когда мы на что-то наводим, здесь пишется, что мы нашли. Земля. Влажный камень. Влажный камень. Чтобы вы поняли. О, почему оно горит? А это дерево, вот почему оно горит. Ну, я, пожалуй, подожду, наверное, пусть оно сгорит. Я не хочу что-то по горячему идти. Судя по тому, что влага на меня работает, я думаю, что и огонь на меня сработает. Так, здесь земля, но земля уже гореть не будет, я думаю. Да, земля гореть не будет. Что-то рвануло. Я там что-то разбил, и там потекла какая-то жидкость. Телепортиум поплыл. А? Давайте нырнем в телепортиум. Матерь божья, меня куда-то тпшнуло. И здесь все горит. И там моб. И здесь моб. Меня опять тпшит. Телепортиум, перестань. Пожалуйста, я не хочу умирать. Где я вообще, боже, мама? Так, тихо, вылетаем чуть выше. По-хорошему, нам надо вернуться вообще-вообще вверх. Так, здесь везде дерево. О, я вижу поверхность. Отлично, это хороший знак. Я, кстати, обычную землю могу выпиливать, но очень долго. Ничего, мы что-то найдем, я думаю. Так, это у нас не отмечено никак, но это, по сути, грибочек. И он, походу, фоновый. О, тут мы можем сейчас пожар сделать. Разбился? Да-да-да, поджог пошел. Как страшно, а что здесь? Нефть. Здесь нефть, Карл. Воу. Полегче. А нефть воспламенилась, нет? Нефть не воспламенилась, кстати. О, ты что такое, уйди от меня. Он как будто бы реально умер как труп. Он так сполз вниз в землю. Окей. Здесь уголь есть. Бляха, мне нужен точно какой-то добывающий предмет. Однозначно. Так, это что? Золото. Это золото. О-ля-ля. Ага, и опять влажный камень. Опять какая-то растительность. Так, ты что такое? Ух, собака, больно, понял. Так, это что? Окровавленная одежда защищает от огня. Телега, ты откуда здесь взялась? Телега! Бедай. Окей. Так, эту жижу заберем, с него надо голду собрать. Ой, а что это? Радиоактивное вещество. Вероятнее всего, в него наступать не надо, но я проверю. Да, на него наступать не надо. Ай. Радиоактивность 1%, кровь 1%. Я понял. Короче, эту жижу желательно убивать где-то над тем местом, где мы не будем ходить. Например. Здесь опять нефть. Меня больше смущает, что везде темно. Давайте, кстати, бомбу проверим. Отходи. Неплохо.
Воспламенилось как надо. Там, правда, сейчас все сгорит. И пар опять пошел. Дым. Это уже дым, а не пар. Прошу заметить. Неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Только я, мать его, двигаться почти не могу постоянно. Вот, сейчас я вам там еще пожар сделаю. Умри, умри, умри. Челик динамитом бросается. И зайди. А почему там пожар не начался? Нефть не поджигается? Странно. Ладно, может это сырая нефть. Чи-чи-чи-чи-чи-чи, в огонь не прыгай. Так, что здесь? Это непонятно что. Это кровь. И все, максимум, сколько я смог, 62% в крови. По идее, если я полностью буду в крови, оно повысит мою вероятность крита и защитит от огня. Давай купаться жестче. Хочу полностью быть в крови, 73%, еще хочу. 71, ну короче, вроде бы максимум я выжил. И по чуть-чуть мы будем освобождаться от кровушки. Надеюсь, так, вот эту дрянь надо сдалека забрать. Так, что там скачет? Че скачешь? Умри, умри. Бляха, его радиация сюда долетает. Так, челик, я у тебя голду заберу. Надеюсь, радиацию не поймаю. Найс. У нас уже 40% всего лишь в крови. Ясно. Так, там какая-то хрень. И они все страдают вроде бы от радиации. Неплохо. А можно вас удаленно забрать? Да, они вроде бы ближники. Крит сработал. Отлично. Так, это что такое? Сталь. Намек понял. Что здесь я не пройду. Так, это что? И по углю хожу, а ну-ка. Наша пушка никак не влияет вообще. Здесь до сих пор все горит. Влажный камень. А, здесь уголь. Вот почему оно так долго горит. Понял, принял. Тогда забиваем на сталь и забиваем, что там радиация. И попробуем пройти дальше, вот через верх. Бляха, там тоже радиация. Поджигай. Пау. А? Радиация сгорает? Ой-ой-ой, и дерево подушек. Тише, тише, тише. Без паники. Аккуратненько прогорай. Соваться я, конечно же, не буду, я ж не дурак. А здесь уголь тоже, да? Ну, так оно долго гореть будет. И радиацию не прожигает. Вещество-то остается. Радиоактивное. Ладненько, я сюда вернусь, вы не против? Что это такое? Это дерево с черепом. Кидай вниз, пусть там все горит. Так, дерево с черепом, значит, бомба. Так и запишем. Так и запишем. Так, надеюсь, на меня не будет падать горящие ошметки. Так, вода обычная, да? Да, а здесь что? Телепортиум, нет, хватит с меня телепортиум. На сегодня точно хватит. Я уже ощутил его по полной. Так, динамитмен. Динамит, умри, отлично. Слишком много... Ой-ой-ой, там какая-то прыгающая херня. Нет-нет-нет, не иди ко мне. Не надо. Он что-то там сожрал. Фу, боже, какой ты ушлепок. Еще кровь пролилась. Так, что здесь светится? О, там что-то, какое-то оружие. Так, как мне туда попасть? Динамитмен, не кидай меня, динамит. Все, он умер. Нихера! А что там было? О, теперь нефть зажглась. Это нефть горит. А ну дерево, кстати, А, там земля, не прожжет. Я думал, что оно мне прожжет проход наверх. Ну, есть вариант либо здесь обойти, либо здесь прожечь дерево. Йоу, подождите, там целый этот. Там, правда, на телепорте, главное, не наступить. Вы посмотрите, здесь целый резервуар. С радиацией. О май гад. Я сейчас могу сделать, наверное, очень страшную штуку. Я не вижу, он выбивает блок? Не, он саму текстуру не выбивает, он ее немножко поджигает. Так, здесь этот телепортиум. Так, давай аккуратненько облетим. Облетим, говорю, облетим, облетим, спокойно. Фух. Так, показывать можно. Нет, мне надо ниже. Мне надо чуточку ниже. Вот сюда, да. А-а-а, малышня. Малышня, малышня, малышня. Так, это что, обычная вода? Давайте я вас обойду. А вода мне дает какой-то бонус? Влажная одежда защищает от огня. Ну, окей. Давайте искупаемся хорошенько. Будет защита от огня, в случае чего. Малой, ну умри, ну умри, плиз. Давай, чуть выше, найс. Так, это что такое? Жезл. Я не знаю, что значит 4 зеленые точечки, но взять в любом случае. Так, на третий пустой ячеечку давай.
Так, случайное заклинание использования. Вроде бы он тоже бесконечный. У нас разброс минус один. Здесь разброс плюс ноль. Задержка ясна. А тип у нас снаряд. И здесь тоже снаряд. Расход маны 5. У нас расход маны 1. Урон 3. У нас урон 3. Так. Очень хорошо отталкивающий снаряд. Очаровательно сверкающий, но слабый снаряд. Сейчас проверим. Меняем жезл. О май! О-ля-ля, вот это мне уже нравится. Он еще и рикошетит, то есть мы можем вообще грязь творить, да? Так, ржавый металл. А почему я скольжу? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Уйди. Я в что-то наступил. Что здесь? А, здесь нефть. Я по нефти скользил. Давайте сделаем поджог. О-ля-ля. Сейчас еще ржавая бочка сгорит. Скорее всего. Там есть бомба и еще какая-то штука. Блин, бомбу надо не взорвать. Я аккуратно. Тихо-тихо-тихо, я здесь умру. Я понял. Отхожу, отхожу. Так, ты что такое? Тоже жезл. Давай заберем, потом разберемся. Давай здесь спрячемся, чтобы нас никто не тронул. Так, жезл заклинания. Ага. Медленный шар пустоты, пожирающий препятствия. Сейчас проверим. Пожираешь препятствия? Он выпиливает все текстуры. А что это розовенькое? Интересно. А ну-ка. Неплохо. Вот этот жезл мне нравится. Правда, он имеет скончаемость использования. Но мы хоть узнали, как он работает. Уже хорошо. Так, тихо, хватит по нефти ходить. Мы в нефти, да? Нефть делает вас скользкими и легко разогреваемыми. Я понял, вы это называете легко разогреваемостью. Так и запишем. Так, нет, нет, дерево подо мной горит. В принципе, можно и в телепорте уже прыгать с таким успехом. Но мы, конечно же, не будем. Мы аккуратненько опустимся. Да ведь? О, я водички очистился от нефти. Хорошо. Там кто-то очень большой бьется, потому что земля трусится. Вообще отлично, слушайте. Если оно еще во время рикошетов дамажит, топчик. У нас уже 165 баксов. Я, правда, не знаю, где их юзать. Ой, огонь сверху сыпется на нас. Здесь какое-то не до кладбища. Кресты везде. Так, это что такое? Бутыль хаотической полиморфин. Осталось 100%. Полиморфин у нас здесь теперь. Я не знаю, что такое полиморфин, но я не хочу его юзать почему-то. Мне сыкотно. Так, кто здесь? Я тебя вижу. Ага, с тобой мы уже знакомы, товарищ. Так, он в крови, да? Он в крови, он недоволен. Допустим. И что ты подо мной будешь шастать до конца? А ну-ка. О, я могу бросить зелье. О, боже! Оно создает хаотический полиморфин постоянным. По сути, полиморф это превращение в что-то другое. Но мне сыкотно проверять. Влажный камень, пар, я понял. Я, конечно, проверю, но... Отлично! Я превратился в моба. Который не может ничего юзать. Но хрен знает, какое из этого удовольствие получается. Лол, я превращаюсь постоянно в разных типов. Теперь я снайпер. Забавно. Нет, пожалуй, нет. Верните мне меня, я хотя бы подконтролен сам себе. В любом другом виде я себя не чувствую ведьмой. Интересно, а с паром что-то сделать можно? Что-то же ведь точно должно быть. Так, есть. Спасибочки. Так, здесь вода, надеюсь, полиморфина здесь нет. Но он есть ниже. Надо быть аккуратней. Так, это что льется рекой? Вода, смешанная с кровью и полиморфином. Какая интересная комбинация. Ржавый металл. Мне кажется, что его как... Твою мать! Какого хера бочка рванула? Так, а этот ржавый металл? Этот не взрывается. Но, скорее всего, ее как-то можно добыть. Ну, по логике вещей, да? Так, взять берсериум. Но это мы, скорее всего, станем яростным убийцей. Но это не точно. Так, опять все горит, и опять сохраняется у нас пар. Стоп. Это земля и трава. Это не радиоактивная жидкость.
Бляха, я скользкий из-за... Не! Вообще устоять невозможно, когда в нефти. Беда в том, что у нее еще направленность не прямая, у нее траектория есть падение снаряда, назовем это так. Так, а, стоп, я здесь был. Здесь сталь. Тихо. Помойся от нефти. О, что это там прыгает? Тише. Опа, снайперок, походу, появился. Но-но-но-но-но-но-но, текай. Чувак с дробашом, короче. На, в лицо. Не дожил? Не дожил. Так, здесь что у нас? Уголь опять. И здесь я, по-моему, был. Бомбу я не трогал. Еще одно зелье. Ну ай да. Это что? Феромон. Давай расплескаем феромон. Вон туда. О-ля-ля. О май гад, я хочу любви. Дай мне любви, человек-динамит. Что ты делаешь? Не будь таким плохим. Я тебя понял. Не ту пушку взял. Что она дает? На вас действуют чары. Я полон любви. Я готов ее дарить. Кыс-кыс мурмяу. Так, земля, понятно. Падай. Нет. Уйди своим токсиком, плиз. Нет. Я опять влез в эту штуку. Нет, уйди. Обрушение шахты. Что? Не надо обрушение шахты, плиз. Ой, бляха, что-то вас там много, слушайте. Бляха, я таки попал. Не. Кидай телегу, мать ее, не дают пройти, ну. Так, токсичный ящик, у меня 25 хп. Телега, кстати, задамажила челика неплохо. Но мне бы отхилиться. Что у нас осталось? Берсериум. Берсериум, отхиль меня, плиз. Нет. Нет. Ушли, телега, катись отсюда. Почему не пинай телегу? Пинай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я опять в токсинах, а там все горит. Но-но-но-но-но-но-но-но. Я хочу жить. Это что такое? Святая гора. Угу, ясно. И что мне с ней делать? Нет, 5 хп, живи, плиз. Плиз, живи. Мы отмыться не сможем. Так, у меня 5 хп, здесь что-то есть, это хилка, пожалуйста. Отмой меня от всего, найс. Взято полное восстановление здоровья. О-ля-ля, это что-то типа магаза. Восстановление заклинаний. Такс, это мне нравится. Короче, вода нас очищает от всего, по сути. Но мы становимся мокреньким. Так, теперь мы можем тратить деньги, но мы ни на что не потратим, кроме вот этой статуэтки. А это жезл. Емкость 4. Скорость восстановления 10, максимум на 630, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А в чем его суть? Непонятно. Абсолютно. Окей. А, нам теперь надо с чем-то менять. Давай с вот этим заменим. Бдзю. Теперь покажи и объясни мне подробнее, что это такое. Я могу теперь еще и переставлять. О-ля-ля. Это интересно. Допустим. Допустим. Я просто не знаю, что это. Скачущий взрыв. А, мы можем комбинации проводить. Энергетическая сфера, быстрый дуговой снаряд. Двойное заклинание. Одновременно наложение двух заклинаний. Короче, я походу понял, как это работает. Мы теперь комбинации можем проводить. Так, а что если я сделаю вот так? Это довольно забавно, потому что он включил в себя абсолютно все возможные бонусы. Так, а что если я вот в этот натыкаю все, что только можно? Не, вот эти я оставлю здесь все-таки. Нам надо увидеть, как он оригинально стреляет. Так. Оригинально это двойной снаряд с довольно большой задержкой. А вот эта штука теперь супер опасна. Интересно. Так, бомбы у нас обновились, это у нас работать не будет, потому что в ней ничего нет. Ну, в принципе, она нам и не нужна. В принципе, теперь-то она нам и не нужна. Так, погнали, что здесь еще есть? Изменить жезлы 1, повышение крит-удар, ускорение движения, взрывающиеся трупы. Повышение крит-удара. Ну, давай ускоренное движение. О, да, деточка, мы теперь поактивнее передвигаемся. Во что я в кровь ляпался? Оу, щет. Чё-то камень обрушился немножко. Так, тихо, спокуха. А, и мы сразу на второй переход идем, да? Угольные карьеры. Понял, принял.
Неплохая штука, неплохая, ну серьезно. Так, пинай. Телега, давай. Мне нравится, с какой мощностью оно вылетает к чертям собачьим. Там что-то огненное стреляет и уничтожило древесину. Не хочу к тебе идти. Ты злое. Ты явно злое. Хрена сколько угля. О-ля-ля, о-ля-ля. Прям насыпь. Так, а это токсик, да? Угу. Ну, слушайте. В смысле, я выбросил токсик на себя, серьезно? По идее, мне кажется, должны быть какие-то вещи. Порох? Что? Нет, я его поджечь не могу. Угу. Я даже лампу сюда дотащить не смогу, но было бы интересно. Ну-ка, это? Это тоже ничего не делает. А в токсик, если попасть? Тоже ничего не делает. Вообще, должны быть какие-то предметы, которые предотвращают действие какой-то из жидкостей. Это было бы очень хорошо. Оу, щет, что ж ты творишь, дурачок? Ты что, совсем наркоман? Это ж уголь, да? Но он что-то очень туго разгорается. Да перестань. Куда он скатился вообще? Где он делся? Окей, его проблема. Не моя. Лол, оно воспламенилось. Как так вышло? Фу. Так, я понял. Аккуратней. Но-но-но-но-но, молодой человек. Я динамит могу отстрелить назад, лол. Реально полная работа со всеми пикселями, это очень круто. Нет. Я уже и так хп потерял, хватит. Так, ясненько все с вами, ироды окуянные. Так, можно помыться чуть-чуть? Спасибо. Стало немножечко лучше. Но совсем чуть-чуть. Я пока не могу понять, как я голду должен добывать. Но пуша выбить ее фактически невозможно. А той пушкой, которую мы пробивали, она не дает дропаться вообще ничему. То есть мы если что-то выбиваем, то там все, срака. Угу, угу. Кстати, а если поджечь здесь дерево? Оно, в принципе, ничего не произойдет, я думаю. Оно просто затушится. Я понял. Так, опять уголь. Вы что такое? Я ему глаз разбил. Неплохо. Ай, больно. Больно. Так, помыться. 53 хп. Нет, уйди, 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 уйди. У них какой-то еще дебаф висит. Когда я в них попадаю. Нет. Убери свою кислоту, проклятую. Убери. Помыться, текать. Блях, он же в воду еще кислоту накидает, да? Что мы нормально помыться не сможем. Так, текай. Надо спускаться ниже, короче. Ближе к порталу. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, это что такое? Слизистое мясо. Опять что-то очень сильное дубасит, но непонятно где и почему. Тихо. Я знаю, что у тебя эта херня воспламеняемая. Что она дает? Одежда защищает от огня, слизь затрудняет передвижение. Мее. Это не совсем то, что мне надо. Давайте здесь бомбу положим, а? Нет, не скатывайся, бомба Лейла. Уф, ну и так сойдет. В принципе, норм. Так, там все горит, надо аккуратней. Оп-оп. Так, там есть переходик. А тем разве выжили, да? Сейчас я на всякий пожар этого накидаю. Так, огонь меня заденет, мне интересно. Тихо, ты что сюда приперся? Изыди. Надо еще в эту жижу не попасть. Так, пролети, пролети. Найс. Я урон не получил, но свалил. Так, что здесь? Еще одна бомбалейла. Боже, как трясет. Что у вас там за кутеж, алло? Ля-ля-ля, взлетай. Нормально. Так, сейчас на меня мясо упадет. Уф, уф. Забирай бабло, текай. Тикай. Но. У меня джетпак не бесконечный, надо не забывать об этом. Так, гори-гори, ясно. Бр. Нет. Почти. И меня еще и в кислоту в конец. О, да. Наша статистика. Золото 210. Рекорд. Время 24, глубина 206 метров мы добрались. Посещено мест 4. Каких мест имеется в виду? Убито врагов 50, максимальная хп сотка. Найдено предметов 10, всего смерти 1. Ебой! Yeah,
Так что, ребятки, если вам такая жестокая физика игры нравится, на самом деле игрушка интересная именно, чтобы узнать все эффекты, как там гасить определенные жидкости, либо же какие предметы еще есть в плане оружия. Мне дико интересно, во всяком случае. Если вам тоже интересно, напишите об этом в комментариях, либо же просто поставьте лайк под этим видео. Мы с вами встретимся, скорее всего, в следующем эпизоде. Пока-пока.